Всегда вперед идет Ивантеевский социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Теремок». Дошли до первого места в Московском областном рейтинге социальных учреждений для семьи и детей. Оценивали эффективность работы центра по 20 параметрам. В их числе востребованность, доступность, открытость. Насколько учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, а наши сотрудники, они постоянно повышают свой уровень и в области психологии, и в области педагогики, и в области закупок вот, по федеральному закону. Центр помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Чтобы, если родители не могут с вами посидеть, то сюда отправить это, а родители будут спокойно работать. На самом деле, ведь что такое наша служба? Это же как срочная или скорая социальная служба, в общем-то. Когда семья оказывается в трудной жизненной ситуации, я их не буду просто перечислять, потому что у каждого они будут свои, у каждого они будут разные. И вот для того, чтобы как-то поддержать семью на данный момент, созданы эти учреждения. Пожалуйста, рисуем голову. Сегодня на занятии осенними листьями рисуют павлина. Марина Салуянова воспитывает детей в Теремке уже 11-й год. Дети творческие, приносят Теремку победы на всероссийских и международных конкурсах. Из последних значимых побед – первые и вторые места на всероссийских конкурсах прикладного творчества «Шкатулка» и «Они такие хорошие». Грецкие орехи, скорлупа от грецких орехов, скорлупа от яиц, хотите любая береста, любые листья, ветки, кора, пуговицы, те же самые пуговицы, нитки, которые остаются, все, что можно выбросить, мы не выбрасываем, а несем сюда. Они потом всем ходят и показывают, это я сделала. Задувай его в ворота. А руками-то, Алеш, мы не помогаем, нечестно. В структуре центра, кроме отделения диагностики и социальной реабилитации, есть отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями, отделение социально-правовой помощи населению и социально-педагогической помощи. Действует консультативное отделение с функцией круглосуточного телефона доверия 536-26-10, отделение участковой социальной службы. Это весьма важное звено, потому что это служба, которая владеет абсолютно всей информацией в городе, где вот действительно, как бы, кому нужна помощь, поддержка, где есть дети, и вот такая ситуация, где срочно нужно вмешательство. На патронате у Теремка 268 семей. Здесь работают 21 педагогический сотрудник. Сейчас в центре находится 36 детей от 3 до 18 лет. Чувствуют себя как дома и даже лучше. Смотрим телевизор, рисуем, уроки делаем. Иногда придумываем свои игры. Иногда играем в машинки, иногда играем в войнушки там. Летом теремковцы ездили отдыхать в Сочи. На этой неделе трое воспитанников центра отправляются на реабилитацию и отдых в Крым. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Светлана Климова. Новости города.